заряд проводил. А вон там была волейбольная и футбольная площадки. Нет, футбольная была вот здесь, там где волейбольная. Ой, волейбольная, а, еще, да, волейбольная. Еще раз парадный вход. Это офигеть просто. Не парадный вход. Ты не понял, я скажу. Ты не понял. Парадный вход. Объясни, что она не была такой заросшей. Здесь были по бокам фонарики. Лавочки стояли. Было очень красиво. Заходим, как обезьяна. Значит, забросился, ты всю жизнь мечтал. Вот на этой территории, на кошке, это лопатка. И что, он ее мог сорвал. Она же ходила, орала. Это гаврилинская задница. Карпа, я тебя слышу. Вот она. Моя задница, можешь и дом поснимать. Здесь в душе стоял качал. Это его дом был? Да. Это дом директора. Ой, где? Вот это? Да, он очень хорошо сохранился. Лен, помнишь? Офигеть, да. На косицу такую иду, бабу одетую вот здесь. Знаешь, как на Титаник, блин. Приехал. Это дом директора. Офигеть. Это еще раз столовка. А вон наши столики живы. Там есть полы, кстати. А вот здесь, по-моему, всегда меню, да, вывешивали? А вы здесь что вывешивали? Особо отличившихся? Здесь даже осталось три буквы. Лов. А я снимала, Юрий, вот те столы. Говорю, вот эти столы. На этих столах мы сидели, ругались, мирились там. А вон он, первый отряд. Мы его потом попозже вам покажем поподробнее. Вон столы, вон там теннисный стол, его не видно ни хера, ну ладно. Ой, сори. Корпус первого отряда, куда сейчас наши, мы пытаемся попасть вообще. Не знаю, насколько это будет удачно, но кто-то уже заполз. Здесь я сидела, страдала. Гаврилин. Олег сидел там, что-то там с девчонками, я здесь сидел. Страдал. Да. Палочки нет уже. Окна двух, там значит, две палаты девочек, две палаты мальчику, да? Вон та задняя веранда, веранда мальчика. Да, мальчику сегодня трудно будет идти к себе поспать. Так что, Олег, ты же не пойдешь в палату девочек? И крыши нету. Мы находимся внутри. Мария, не завались с камерой, внутри не находишься. Это первая палата, но первая палата не наша, да? Да, мы... вот наша палата. Сейчас я вам покажу нашу палату. Момент. Ау! 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 Вот она, наша палата. На моем месте, где стояла моя кровать, растут какие-то цветы. Офигеть. Вот здесь стояла моя кровать. Вот. Я лапошку все время сверила. А моя вон там, что ли? А твоя вот здесь рядом. Моя рядом, а потом моя. А, вот так вот, да? Потом Юлькина. А здесь была Мухина. Мухина. Она такая маленькая, она казалась такой большой. А потом шкаф стоял. Да. Первый отряд строится! Опять, блин! Это наш... пионер-вожатый, блин, первый отряд строит. А где Горн? Олег, Олег, изобрази Горн. Девочки, слышите Горн? Горн. Лезем. Это что? О, рация. Ну вот, наконец-таки мы обосновались. Тут девушка, конечно, тихо, внимание на нас. Это второй отряд, да. Все, второго отряда мальчика. Мальчиков, наполовину мальчиков. Сними вот это. Да, да, да. На меня выдерживают. Нет, вот здесь. Это вот мальчики. Посередине это вожатые, а дальше две палаты девочек. Сейчас все видно насквозь. Насквозь, знаешь, такого не было. А вообще вожатые бедные сквозняки жили. Не меня. Да. Олег, мы только что подумали, вы же бедные на сквозняке жили-то. Что делать? Я думаю, что такие все были-то, это немного того чего, да? А вот, в сквозняке жили. Вот напротив первый отряд. Мы все сквозились, оказывается. Это все, это ты не уже. Вот этих окон.
Вы друг за другом наблюдали, я упала. А так было с медиакамерой. Так красиво было всегда. Как, знаешь, в старые времена так-то. Где 93-й год есть? Там всегда стоит такое. Это камера надеюсь.